Доброе утро, мои дорогие друзья! Я еще на даче, еще тепло, все прекрасно, цветут цветы. И как хорошо, что лето продолжается. Я завтракаю На завтрак у меня ароматный чай, настоянный на травах, и деревенский сыр, который делают наши чудесные искусные жительницы близлежащей деревеньки с красным перчиком и травами. Я вам хотела сказать, первое, что я хочу сказать, это поздравить с прошедшим медовым спасом вас, дорогие друзья, и поздравить с яблочным спасом, который будет завтра. Но я боюсь, что вы фильм увидите только в понедельник. Поэтому со всеми праздниками я вас поздравляю. У меня так ужасно работает интернет на даче, что я всегда все делаю с опозданием. И он у меня работает буквально 3 часа или 4 часа утром. Вот хорошо, быстро. Ну как быстро? Я фильмы свои загружаю по 7 часов. Но если мне удастся за 3 часа их сделать, но это будет прекрасно. Для этого я встаю в 4 утра и с 4 утра делаю. Но потом проходит время, и отвечать на ваши вопросы я могу только на следующий день, тоже в это же время. Потому что, ну, очень плохо. Не могу совершенно никому ответить. Соединение кошмарное. Ну, так у нас глушат. Хотел очень извиниться перед вами. Я вас всех очень люблю. Я очень благодарна вам за то, что вы мне пишете столько приятных, теплых слов. Я не знаю, но даже перечислять всех не могу, но потому что, ну, все вы мне пишете добрые слова. Поверьте, я вас тоже всех очень люблю. И у вас у всех я очень многому учусь. К сожалению, такая связь. Уж потерпите, пожалуйста, до Москвы. Я уже где-то в середине сентября буду в Москве. Поскольку все выходит очень поздно. Я сняла на праздник «Медовый спас» фильм, и вы его сейчас и увидите. Многим понравилось, Света, и вы даже вот некоторые из вас просили, чтобы она свои стихи прочла. И вот я ее специально пригласила в этот день, 14 числа, и она пришла со своим сборником стихов. И вот будет читать их, рассказывать, и какие-то стихи даже я прочту. Праздник был, обязательно нужно было полевые цветы собрать и осветить их в церкви. Я собирала полевые цветы, я была в церкви, и вечером мы собрались со своей близкой подружкой на даче. Знаете, что я вас очень-очень-очень люблю. Не обижайтесь на меня, я вас очень прошу. Обязательно отвечу рано или поздно на все ваши комментарии. Потерпите. Пока-пока. Ой, Светочка, здравствуйте. Здравствуй, Машенька. Принесла тебе книжку, которая называется «Поэты Москвы». Здесь, в этой книге, есть несколько моих стихов, которые я сочинила еще в свое время в Третьяковской галерее, когда я там работала. И картины, которые меня окружали в Третьяковской галерее, меня вдохновили на стихи. Прекрасно выглядите в такой модной вы джинсовой курточке и такое платье фолк. Это вообще сейчас сама мода. Ой, ну надо же, и кроссовки белые. Слушайте, ну просто шикарно. Света, как красиво. Выглядите прекрасно. Спасибо. Ну вот, и еще ваши стихи обязательно прочту. А вы же стихотворение здесь про сосны, да? Да, у меня есть стихотворение про сосны, солнце, солнце, небес. Ну, ой, Светочка, давайте пройдем в сад. Вы сейчас сядете. Да. Сад. Главное, видно, это издание. Это «Поэты Москвы», да? Это издание «Поэты Москвы», издательство «Дом Грааль». Здесь в этом издательстве я несколько раз публиковала свои стихотворения. Но вот посвященные картинам Третьяковской галереи у меня вот в этом издании несколько. И еще очень интересное есть, ну, я его назвала «Романс». Это по картине Борисова Мусатова, где он нарисовал своих сестер, сестры и подруги. Вот у меня получился такой вот небольшой романс.
Хотелось бы, чтобы написали музыку на него. Ну, еще у меня Сапунова есть стихотворение «Голубая роза». Читайте немножечко. Сейчас. «Ярче небо голубого, цвета синего морей, все картины Сапунова из далеких чудных дней. Карнавальные каскады, колумбины, лик живой, чаепитие, фонтаны, куст гортензии голубой». Светлана, а вас вот сборники очень много издавали. Вас включили в союз какой-нибудь? Да, меня приняли. В этом сборнике вы с такими достаточно известными поэтами, да? По-моему, там даже была... Дементьев был, и Евтушенко. А какой это год? Это год 2002. А когда вас приняли? А приняли меня в 2005 году. А, уже давно. То есть уже давно. Это несколько сборников за это время вышло. Уже, наверное, около десятка. Машенька, оказывается, в этом сборнике 1902 года впервые было напечатано стихотворение на известную песню, всем известно, «Погода в доме». Да? Да, вот представьте себе. Я могу немножко прочитать один куплет. Ой, давайте. «Какой прогноз у нас с тобою, милый? С чем ты опять проснулся не в ладу? Скажи мне просто, Господи помилуй, какую блажь имеешь ты в виду?» Ну да, все это знают. Вот так, да. Вот. Здесь же, в этом же сборнике, творение Лидии Козловой, его жены. Тоже замечательные, хорошие стихи. Два стихотворения у нее. И довольно большие. Как? Я оставлю вам эти... Ой, да, книжечку. Да, да. Почитайте, да. Здесь очень много хороших стихов. Ну и мои, конечно, можете почитать. Да, спасибо. Так, спасибо вам за чай. Сейчас я его попробую. Говорят, что ты делаешь чай на травах, да, которые вырастают на твоем замечательном участке. Да, сейчас, да, попробую. Да. Ой, какой вкусный. Что же здесь за травы? Тыца, по-моему, есть. Нет, душица мята. Нет, мята. Мята есть, перечная, да. Мята перечная обязательно. Малина, лист черной смородины, клубники, земляники. Так вот. Очень, очень вкусный чай. И главное, такая чашечка, из нее чай еще вкуснее кажется. Да. Спасибо, Светочка, до свидания. А книжку вы мне оставили, до да? До свидания. Ага. Все, до встречи. Все, давайте. Всего хорошего. Солнце, сосны, синий небес, запахи смолы душистой. Как чудесен ты, мой лес, весь сияющий, игристый. Я хочу босой ногой прикоснуться к теплой хвое. Так прекрасно быть с тобой в радости и даже в горе. Воздух солнцем напоенный, жадно пьешь и не напьешься. Если в голос запоешь, лес и в этом отзовется. Покричи, аукнется, позови, откликнется. Москвы. Спасибо.
четвертому пути. Какой красивый храм в Александрове у железной дороги. И сейчас я иду туда. Поздравляю тебя, Танюшка, с медовым спасом. Спасибо. Я специально ходила, видишь, нужно обязательно было полевые цветы сегодня собрать. Я специально ходила в поле и собирала вот эти цветы. Но здесь, если ты видишь, есть еще и мяты, золотые шары. И пижма. Да, и пижма. Ну, в общем, вот... Пижма очень полезно. Да, собрала полевые цветы. И вот немножечко мы такой импровизированный стол сделали. И сейчас попьем чая вот с пряниками, потому что обязательно надо что-то на меду, но приготовить я уже не успела. Ну, ты тоже, это наверное. Это очень хорошо, прянички, замечательно. Да, тем более тульские, нормальные, тульские, медовые, пряники. Да. Ездила в церковь, в церкви была. Да. Я была в Александрове у станции, немножко опоздала на службу. Вот очень жалко, конечно, но ничего. Она очень красивая, зато полевые цветы собрала. И по дороге. Сегодня праздник, еще медовый спас, полевые цветы, начинается пост. Так что обязательно надо было его отметить. Я очень рада, что ты у меня в гостях. И понемножечку сейчас мы все это отметим. Вот. С колбаской пост самое оно. Нет, а пост только завтра начинается. А, завтра начинается. Да, сегодня праздник, еще сегодня праздник. Сегодня нельзя ничего делать, кстати. Все нельзя. А завтра уже, да, пост начнется. Поэтому сегодня нужно вовсю кушать. Все, сейчас чай. Я на травах сделала чай, мяту. Потом покажу, где ее собирала. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Все, с праздником, Андрей.